Heaven. прославьте его так громко, как можете. Поднимитесь на ноги перед телевизором в Блумфонтейне, Йоханнесбурге и в церквях по всей ЮАР. Вознесите свой голос и прославьте Господа сегодня во имя Иисуса Христа. Это будет чудесный день. Вас ожидает светлое будущее. Приходите в церковь в солнцезащитных очках. Мы приветствуем зрителей ТБМ, One Gospel, Praise TV, Facebook, YouTube, CRC Online. Тех, кто слушает нас по радио и в исправительных учреждениях. Приветствую наших зрителей из России, Израиля, Америки, Европы, Индии, Китая, Пакистана и Африки. Скажите, Африка будет спасена. Нас ждут дни славы. Аллилуйя. Посмотрите на соседа и скажите, «У Бога есть нечто чудесное для тебя во имя Иисуса. Пусть Бог благословит вас». Присаживайтесь одесную. Рад видеть всех вас. Тысячи людей собрались здесь и по всей ЮАР. Мы не вернемся назад. Скажите аминь и скажите, мы идем вперед. А также скажите, пожалуйста, со мною лучшее еще впереди во имя Иисуса. Братья и сестры, это то, в чем мы нуждаемся. Откройте свои Библии на второй книге Царств в пятой главе. Мы готовимся к 22 году. Похоже, только трое из нас готовятся к этому году. Мы не будем ждать с 1 января, чтобы приготовиться к 2022 году. Мы уже начинаем готовиться к лучшему году нашей жизни. А вы можете сказать «Аминь» во имя Иисуса. Сегодня я хочу продолжить разговор о господине Прорыва. Я хочу поговорить о прорыве, как хочет того Бог. У нас есть свой план, аллилуйя. А у Бога есть свой план. Я хочу прочитать вам вторую книгу царств, пятую главу, 17 стих. Библия говорит, когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пошел в крепость, это для вас, члены Сиарси, я принимаю все ваши, аминь. А филистимляне пришли и расположились в долине Рифаим. И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне против филистимлян, придашь ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду, «Иди, я предам филистимлян в руки твои». 2022 будет удивительным годом. Если вы верите в это, то можете подняться на ноги и прославить вашего Господа. Я говорю о том, что все, что вы потеряли в 2021 году, Бог возместит вам в 2022 году, прославьте Его. И пошел Давид в Ал-Пирацим и поразил их там. Я хочу сказать вам, что каждый враг будет побежден. Планы и схемы дьявола будут разрушены во имя Иисуса Христа. И сказал Давид, Господь разнес врагов моих передо мною, как разносит вода. По и месту тому дано имя Вал-Пирацим. И оставили там филистимляне из туканов своих, а Давид с людьми своими взял их. И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рифаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему, «Не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны Тутовой рощи, когда, скажите, 2022 будет моим, когда...» Я верю в это. Я верю, что двадцать второй год будет годом божественного восстановления. Я верю, что 22 будет годом великого прорыва. Я верю, что 22 будет годом, в котором мы увидим, как небеса явятся в ЮАР. И в нашем мире Бог восстановит все, что сатана украл у нас. Если вы верите в это, то воскликните «Аминь» во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское». И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гверта до Клейбуда. О да, я мастер по части греческого иврита. Первая книга Парлипоменон, 14 глава, 11 стих. В переводе «Радостные вести» звучит так. Давид атаковал их. А знаете, есть время для мира, есть время для войны. Есть время молчать, есть время говорить. Есть время ждать, есть время действовать своими Иисуса Христа. Он сказал, Бог использовал меня, чтобы пробиться через армию врага, как потоп. это место назвали вал Мы знаем, что вал означает «Господь прорыва» или «многих прорывов». Здесь говорится о Боге, который устраивает прорывы. Бог не спит. Небеса не потеряли контроль. Бог все еще на престоле. Могила все еще пуста. Иисус Христос все еще живой. А Дух Святой продолжает давать вам силу, чтобы жить так, как того желает Господь. Я не знаю, с чем вы сталкиваетесь. Не имеет значения, насколько невозможной кажется ситуация. Вы служите Богу, который хочет устраивать для вас прорывы. Вы служите Богу возвращения и восстановления. Вы служите Богу, который поднимает вас выше. Напишите Вал Пирацим у себя на стене. Напишите у себя на стене ⁇ Господин прорыва ⁇ Он создает, планирует, позиционирует, успокаивает бури и избавляет. Он Господин мира, Он Господин, который не покинет и не оставит вас. Так что восклицайте всегда и прославляйте Господа во имя Иисуса Христа. Я хочу поговорить о прорыве. Как ходить в прорыве в этом 2022 году, ну точнее в наступающем. Он ведь еще не наступил. Многие люди ждут чего-то сверхъестественного. В каждом прорыве есть Божья часть. И человеческая часть. Бог может показать вам вашу жену, но вы должны пригласить ее на свидание. Аллилуйя! Бог может дать вам работу, но вы должны решить, что делать с той работой, которую Бог дал вам. Итак, прорыв. Он редко приходит. Так как мы того ожидаем, я знаю, что у всех нас есть свои идеи, но мы должны увидеть то, что говорит Бог. Мы не должны войти в 2022 год в вакууме или в коме. Мы должны приготовиться, прийти вместо веры. Мы должны верить, что Бог желает нам добра, Бог желает восстановить вашу жизнь освободить вас, устроить прорыв для вас. Это хорошее время для того, чтобы сказать аминь и прославить Бога. Итак, я хочу поговорить о трех вещах прорыва. Во-первых, вы должны спросить, вы должны узнать Божью стратегию. Второе, вы должны действовать согласно стратегии Божьей. Одно дело, получить слово от Бога, и совсем другое поступать на основании Слова Божьего. Для этого нужна смелость. Одно дело — приходить в церковь по воскресеньям и переживать чудесные вещи, когда сюда приходит помазание. И совсем другое — жить так в понедельник, во вторник, в среду, в субботу, когда вам нужно применять план Божий в бизнесе, когда вы не ощущаете такого помазания, не ощущаете того, что ощущали ранее, У вас есть лишь Слово от Бога, и вам нужна смелость и решимость, чтобы получить свой прорыв. Надеюсь, вы готовы к 2022 году. Поэтому поднимайтесь с привычного места. Надеюсь, вы готовы захватить землю обетованную, которую Бог приготовил для вас в 2022 году. Итак, первое, мы должны спрашивать, а второе, нам нужна божественная стратегия. Далее, третье, мы должны действовать в Божье время. Правильное время — это все. Мы должны действовать активно в нужное время. Мы знаем, что должны сделать многое, но мы должны дождаться правильного времени. Часто разница между неудачей и успехом связана с правильным временем. Мы знаем определенные вещи, но должны ожидать ветра Господа в тутовых деревьях. Когда мы собирались строить это здание, я полгода молился Господу, долгих шесть месяцев я ждал. Многие давали мне советы, но этого было мало. Мне нужно было Божье время, я должен был знать, что это Божье время, я нуждался в сверхъестественном даре веры от Духа Святого. Есть вещи, которые вы не можете достичь сами. Вы должны полагаться на Бога. И это подводит нас к общению, разговору с Богом. Мы должны искать Божьих замыслов. Это не вопрос вашей злости, горечи, разочарования, боли, прошлого. Если вы хотите ходить в будущем, которое Бог приготовил для вас, то должны позволить Богу направлять ваши шаги, шаги праведного, направляет Господь. Это не вопрос ваших эмоций, друзей, родных, экономики, чего-то еще. Этим управляет Господь. Когда Господь не направляет наши шаги, мы не можем пережить тот прорыв, который Бог приготовил для нас. Это очень важно. Мы уже 22 месяца живем с пандемией, Ваш пастор все эти 22 месяца продолжает проповедовать Слово Божие, независимо от того, приходите вы или нет. Я делаю это каждое воскресенье, потому что знаю, что вам нужна надежда и сила, а также благодать. Я знаю, что у Бога есть нечто удивительное, чудесное для вашего будущего во имя Иисуса. Мы все думали, что локдаун продлится, ну так, месяца три. Сначала вообще говорили о трех неделях. Кто из вас это помнит, а? Затем три недели переросли в пять. А затем пять недель переросли в три месяца. Тогда я встретился с умными людьми, и мы поняли, что все это может длиться от трех до пяти лет. Нам нужна стратегия. За пару дней до начала локдауна Дух Святой обратился ко мне и сказал, «Покупай время на телевидение». Локдаун начался в воскресенье. Это было в четверг. Мы позвонили в ТБН, One Gospel, Face TV. Сначала они сказали «нет», потому что наше время не подходило им. Я сказал, «Я не приму вашу «нет», я знал, что это было то, чего от нас хотел Бог, и на One гаспел где не было белых проповедников. Я единственный белый там, но Бог дал мне благосклонность. Это был стратегический ход в нужное время. Они изменили расписание на One гаспел изменили расписание на ТБН, изменили расписание на Прайс-ТВ. И теперь мы выходим в эфир в Пакистане и в Индии. Все потому, что Бог дал нам слово. Он сказал, что мы должны использовать технологии, чтобы проповедовать Евангелие не только членам CRC, но всем жителям ЮАР. Мы услышали слово, и Бог дал нам благосклонность, расширил нашу территорию, поэтому вы можете восклицать. Я мог сидеть и говорить, что ничего не поделать, но я отказался от этого. Многим это не понравилось. Нам пришлось сделать много всего, чтобы защитить некоторых от атак и зависти со стороны других пастырей, которым не нравилось то, как расширялась наша территория на локдауне. Но я не приписываю это себе, я услышал слово от Бога. Я услышал слово от Бога. Мы не будем сворачиваться. Во время этого локдауна мы не будем сидеть. Бог расширит нашу территорию, наши границы, увеличит наше влияние. Если Бог может сделать это для церкви, то может сделать и для вас. Скажите, я готов. Вы должны действовать решительно в нужное время, когда услышишь Господа в тутовых деревьях, а такой быстро, возможности появляются именно так. Они приходят однажды. Если бы я отвлекся на себя, то не услышал бы, как Дух Святой обращается ко мне. Я мог бы сказать, «М -м, хорошо, да. А, давай на следующей неделе. А вот на следующей неделе было бы поздно. Это был момент, и он пришел внезапно. Это был стратегический ход. Мы были единственной церковью в ЮАР, которая проводила прямые трансляции каждое воскресенье а затем другие запрыгнули в этот поезд. Но, слава Богу, нам не нужно запрыгивать в поезд. Мы услышали слово от Духа Святого и поступили по нему. Остальная история. Мы увидим, как стадионы будут наполняться людьми, когда мы будем проповедовать во имя Господа Иисуса. Время — это все, и Екклесиаст в 9 главе, 11 стихе говорит, «И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у богатства, и не искусным благорасположение, но время и случаи для всех их, кто слушает, ам». Я говорил с некоторыми бизнесменами и понимаю вызовы, с которыми они сталкиваются. Но я также говорил с пастырями, которые закрыли свои церкви. Полиция пыталась закрыть и нас. Опять же, причиной тому были завистливые религиозные лидеры. Так-то. Которые настроили полицию против нас. Добро пожаловать в служение. Это не была полиция, это были религиозные люди. Мне сообщил об этом генерал Сатори. У меня есть его номер. Я говорил с двумя лейтенантами, которые знали тех, кто настроил полицию против нас. Это были религиозные лидеры. Ведь когда у вас есть мечта, братья начинают ненавидеть вас. Если у них самих мечты нет, они попытаются разрушить вашу мечту. Я быстро понял, что не имеет значения, что люди замышляют. Важно то, что задумал Бог. Вам нужно идти с Богом, держаться Его пути. Остальное история. Вы можете сказать на это аминь. Я понял, что не всем можно доверять. Часто люди, выглядящие самыми духовными, имеют больше всего бесов внутри. Уж простите, но это так. Будьте осторожны в том, с кем вы делитесь своей мечтой. Я встречался с религиозными лидерами и рассказывал им о том, что мы делаем. А на следующей неделе они атаковали нас. О да. Вы можете в это поверить? Екклесиас, 3 глава, 1 стих. «Всему свое время». Служители. Алло. Алло. Да. Хелло и гого. -го. -го. 2022 будет вашим временем прорыва. Скажите прорыв во имя Иисуса и время всякой вещи под небом. Аллилуйя. Иногда разница между успехом и неудачей связана со временем. Так, давайте поговорим о том, как узнать замысел Божий. Что об этом говорит Библия? Иногда нам нужна мудрость. Есть время молиться, есть время действовать. Я часто бывал на встречах, где люди хотели лишь молиться. Я говорил им, у нас были молитвенные встречи, нам нужна не молитвенная встреча, мы должны сделать что-то. Мы должны пойти и накормить голодных, одеть раздетых, открыть приюты, отплыть на глубину во имя Иисуса. Молитва — это первое, но не единственное, дорогие мои братья и сестры. А Давид спросил Господа. Иакова, первая глава, второй стих. Библия говорит, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, я не хочу говорить слава Богу за COVID, но именно Он раскрыл замыслы многих. COVID поднял многое на поверхность, зная, что испытания вашей веры производят терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны. Во всей полноте, без всякого недостатка. Без всякого на греческом означает ни в чем, не имея недостатка. Без всякого недостатка. Если у вас нет работы, Бог желает помочь вам найти работу. Если вы не можете платить по счетам, Бог желает помочь вам заплатить по счетам. Если вы одиноки, то Бог желает помочь вам найти супругу во имя Иисуса. Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком, без всякого недостатка. И когда вы проходите через кризис, Бог желает, чтобы на другой стороне вам было лучше. Бог желает, чтобы в конце долины смертной тени вам было лучше, чем в ее начале. Идите с Господом. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться так благость и милость будут следовать за мной во все дни жизни. Я ни в чем не буду нуждаться. Боже, Ты приготовишь пир перед моими врагами, помажешь мою голову елеем, чаша моя преисполнена. Так благость и милость будут следовать за мной во все дни жизни, я прибуду в Доме Божьем вовеки. Пора вернуться в церковь и снова стать христианином. Гореть для Иисуса. Так что воскликните «Аминь» на это. Он говорит в пятом стихе, «Если же у кого из вас недостает мудрости, просят у Бога, дающего всем, просто и без упреков, и дастся ему, но допросят с верою». А вы просили с верой? Вы просили с верой, когда знали Божье намерение о вас. Бог сказал Давиду, «Я точно избавлю тебя». Послание к Ефесянам. Третья глава, 20 стих говорит о тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, а что говорится в предыдущем стихе, чтобы мы ни в чем не имели недостатка. И когда я прихожу к Богу, то не сомневаюсь, я прихожу, веря, что Бог даст мне мудрость, чтобы выйти из долины в силе, в благословениях. Но допросят с верой. Я говорю, допросят с верой. И когда я прихожу к Богу, я говорю, «Отче, помоги мне». Я не стою с чувством вины, думая, что заслуживаю этого. Возможно, я не заслуживаю благословенной жизни. А почему я не заслуживаю ее? Бог нелицеприятен. Почему Бог должен благословлять вашего брата, но не вас? Правда состоит в том, что Бог благословил вас две тысячи лет назад. Он искупил вас от проклятия закона две тысячи лет назад. Вам лишь нужно посмотреть на Иисуса, ваше будущее. Вы должны поверить, что Иисус заплатил цену за вас две тысячи лет назад, чтобы вы могли жить и не испытывать недостатка ни в чем. Не испытывая немного недостатка, его более чем достаточно. Более чем достаточно. Он Эль-Шадай, Бог избытка. Его не едва хватает. Его хватает всегда. Его более чем достаточно. Прославьте Его. Потому что Он такой. Его более чем достаточно. Его более чем достаточно. Более чем достаточно. Его более, гораздо более достаточно, чем вам нужно. Я верю, что Бог делает нечто в ваших жизнях прямо сейчас. Его более, более и еще больше. И Он сам больше ваших проблем, сильнее вашей бури. Его более, чем достаточно. Он дается избытком. Он Аль-Шадай, Бог избытка. И у Него есть чудо, прорыв, план, будущее, история которую Он напишет для вас. У Него есть лучшая глава для завтрашнего дня во имя Христа, потому что Он Эль-Шадай, Бог избытка. Но допросит с верою немало, не сомневаясь. Меня не волнует, что правительство говорит о будущем, четвертой волне, шестой какой-то волне, седьмой волне. Я на волне, волне Духа Святого. Присаживайтесь. Когда враг приходит как потоп, Дух Господень поднимает знамя. Мы не должны тревожиться, потеть. Нам лишь нужно обратить взгляд на Иисуса. Фокусируйтесь на Иисусе. Продолжайте молиться в вере. Продолжайте идти за Ним. Продолжайте просить мудрости. Библия говорит, чтобы мы радовались в испытаниях. Бог желает, чтобы мы ни в чем не испытывали недостатка. Просите в вере. А что такое мудрость? Мудрость ⁇ это способность применять знания в нужное время. Одни лишь знания никуда не приведут вас. Мудрость ⁇ доктор делает операцию на основании знаний. Но есть уровень, когда знания встречаются с мудростью. Библия говорит в первом послании Коринфянам, 1 главе, 31 стихе, что Христос сделался для нас премудростью, праведностью, освящением и искуплением. Когда вы учитесь ходить с этим, знания превращаются в мудрость, а мудрость освещает знания. Вы просто знаете, что делать. Бог использует знания. В Библии сказано, что Иисус напомнит вам то, что вы изучали. Он просвещает. Это не означает, что я не должен учиться. Некоторые люди думают, что прочитали Библию и могут стать пастырями. Вот почему они падают. Когда я сломал диск в спине, то просмотрел все видео о том, какие есть преимущества и недостатки, операции на диске. Это не сделало меня хирургом. Но я могу рассказать вам многое о дисках. Я могу рассказать вам о том, как жить со сломанным диском, но это не делает меня доктором. Аминь или не аминь? Архитектор, инженер, мать с детьми. Вот почему я против супердуховности, которую некоторые проявляют в церкви. О, нет. Иисус пришел, чтобы дать вам жизнь. Доктору, учителю, Мужу и жене, он хочет помазать вас, дать вам мудрость, чтобы воспитать троих детей, мудрость, чтобы вести бизнес, мудрость, чтобы переправиться на другую сторону. Вот ради чего пришел Дух Святой. Он пришел не только ради иных языков. Многие люди молятся на иных языках, и а при этом они тупые, как пробки. Они молятся на языках, но у них нет мудрости. Библия говорит, что мы должны просить о мудрости. О чем молился Соломон? О мудрости. Бог сказал, «Можешь просить у меня все, что хочешь. Ты мог попросить жизни врагов, и я бы их убил. Ты мог попросить богатства и золото, Я бы дал их тебе, но нет». Он попросил мудрости. Ее одной мне нужен Божий замысел. В моем бизнесе, в моей жизни, в моем будущем Божий замысел. Божий замысел это не ваши замыслы. Божьи пути это не ваши пути. Божьи планы это не ваши планы. Вот почему вам нужна вера в тот момент. Когда вы сами решаете избавить себя, вы лишаете себя вал пироцима. Давид был мужем войны, у него было много шрамов. Он мог решить, что сам справится с этим. Я сам получу работу, я сам заплачу за себя. Что вообще он сделал? Он задал вопрос. Уверен, что он мог разработать стратегию со своими генералами. Проблема была не в стратегии. Ему нужен был замысел Божий. Какова правильная стратегия? То, что работало вчера, может не сработать завтра. Возможно, то, чем вы пренебрегали, это то, что Дух Святой хочет использовать в вашей жизни. Одно слово. Библия называет это слово мудростью «включается лампа». Вы просто знаете. Или вы живете по плоти, а когда вы принимаете решение по плоти, вы должны бороться за себя во все дни жизни. Все потому, что рожденное от Духа есть Дух. Рожденное от плоти должно поддерживаться плотью. Давид был умен, он знал. Я прошел через много битв. Он вопрошал Господа в Секелаге и Валпироцими. Но чего он хотел? Боже, каков твой замысел? Каков Твой замысел? Что ты говоришь, как правильно подходить к этому? Петр говорит Иисусу, ⁇ Я всю ночь ловил рыбу, но так ничего и не поймал. ⁇ Я опытный рыбак, я знаю, что рыбы нет, мы там были ⁇ А Иисус говорит, ⁇ Отправься на глубину ⁇,⁇ Забрось с этим ⁇ Разум Петра говорит, ⁇ Господин, мы ловили рыбу всю ночь ⁇ но ничего не поймали. Но по слову твоему, слову мудрости, часто величайшие прорывы связаны с малейшими словами мудрости. Опять же, телевидение, миллионы зрителей, ужасная пандемия. Я думал, что буду делать записи, но Бог дал мне слово в духе. Он сказал «нет», покупая эфирное время. Это было в четверг, у нас был один день на решение. Мы должны были сделать все очень быстро. Мы должны были быстро провести переговоры, чтобы оказаться на этих каналах. Бог дал нам благосклонность, и это случилось. Вы не можете спать. Вы должны проснуться. Скажите «Аминь». Вы должны идти с Господом. Вы скажете «О чем вы вообще ты говоришь?» Мы использовали подобные понятия в армии. «Не спать». Я уже буду заканчивать, и мы читаем, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Одни люди сегодня здесь, а завтра там. Сегодня они говорят одно, а завтра другое. Они говорят, что едут в Кимбли, А оказывается, что они едут в синин или куда-то еще. Лучше я не буду развивать эту мысль. Мне кажется, что если некоторых оставить в комнате наедине, то они потеряются, или они будут думать, что в комнате три человека. Но допросит с верою немало, не сомневаясь. потому что сомневающийся подобен морской волне ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить хоть что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. А вы должны признать, что Бог – источник. А вы должны ждать, когда Бог проговорит к вам. Ведь в противном случае вы сами будете пытаться освободить себя. Мы не можем диктовать Богу условия. Мы не можем ограничивать Бога. Мы не можем говорить Богу. Это должно случиться до конца года. Что Бог сказал Давиду? Когда услышишь дуновение Господа в тутовых деревьях, тогда действуй. Не до этого, не после. Когда тогда? Тогда Господь пойдет перед тобою. Не нужно идти перед Господом. Он не идет за вами. Вы не решаете переехать в Тимбукту, чтобы Бог благословил вас. Не вы устраиваете свое будущее. Только если вы хотите ходить в том, к чему Бог призвал вас, а вот почему Иисус учит нас молиться в первую очередь не моя воля да будет, но твоя. Это молитвое освящение, которое требует смирения. Мы должны положиться на Бога. Мы хотим, чтобы каждый шаг наш был помазан Духом Святым. Вы слышите меня? Аминь. Если вы хотите переживать прорывы Божии, то должны поступать так, как хочет Бог. Ведь в противном случае вам придется поплатиться за это. Если вы будете сами помогать себе, Бог не поможет вам. Если вы садитесь на престол, вы сбрасываете его. Ведь так вопрос не только в подъемах. и падениях. Вам нужны отношения с Иисусом, а вы должны жить в согласии с Ним и понимать Его замысел. А когда вы понимаете Его замысел, люди не смогут переубедить вас ни сатана, ни обстоятельства, ни пандемия. Все потому, что у вас есть мир, который превыше всякого разумения. Ведь вы услышали самого Бога, вы приняли благодать. У вас есть благодать, чтобы переправиться на другой берег. Вы знаете замысел Божий, потому что искали мудрости у Бога. Я буду заканчивать. Посмотрим напоследок притчи, четвертую главу. Я даже не прошел вступление, но ничего. Кто-то сказал, если ты заканчиваешь проповедь, ты не проповедуешь под водительством Духа Святого. Мне нужно несколько лет, чтобы закончить одну проповедь. Притча 4 глава 5 стих говорит «приобретай мудрость». Приобретай мудрость и приобретай разум. Существует огромная разница между знанием и разумом. Многие люди ничего не понимают. Ты говоришь, что ты будешь делать, брат? А, не знаю. Что? Как-то ты не знаешь. Как это? Ты этого не знаешь. В тебе живет Творец Вселенной, источник всякой мудрости, истины, света и знаний. Мне кажется, что самое ужасное, что только может сказать человек, это я не знаю. Вы можете и не знать сейчас, но скажите. Милая, я обязательно с этим разберусь. Не нужно искать костыли. И жить с оправданиями. Оправдания это костыли непосвященных людей. Эти люди всегда оправдывают свое положение. Они всегда обвиняют других. Нельзя так жить. Внутри тебя живет Иисус. Внутри тебя живет Дух Святой. Ты хочешь сказать, что Он не говорит с тобой, что ли? Сказано, чтобы мы приобретали мудрость и разум. Не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих, а слово — это источник мудрости. Это логос и Рэма. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. А кто это? Это мудрость. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главная мудрость. Главное — это основное, самое важное. Это то, что выведет вас из проблем. Мудрость, главная мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Мудрость и разум — это способность применять знания постоянно и точно. Высоко цени ее, то есть мудрость, и она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Мудрость приносит честь, а это значит, что мудрость возвышает вас, мудрость сделает вас главой, а не хвостом. Именно мудрость ⁇ таким является мудрость. Мудрость ⁇ это личность, это Иисус Христос. Я хочу сказать нашим зрителям, что Бог очень любит вас, Иисус жаждет личных отношений с вами, так что откройте свои сердца и пригласите Иисуса Христа в качестве Господа и Спасителя, пусть Бог благословит вас.